Мир вам, дорогие братья и сестры! Слава Господу за то, что мы сегодня вечером, в день воскресный, можем быть в Его доме для того, чтобы помолиться Ему, для того, чтобы прославить Его, для того, чтобы иметь общение. Апостол Иоанн говорит, что очень хорошо, когда мы имеем общение друг с другом. И настоящее общение – это когда мы имеем общение не только друг с другом, но общение с Господом, и с Богом и Сыном Его Иисусом Христом. Поэтому обратимся к Господу, помолимся, попросим у Него благословения на это служение, чтобы Он был с нами сегодня, с нами подростковый хор. Будем молиться, чтобы Господь благословил их участие, чтобы все мы вместе могли прославить Господа сегодня вечером. Склонимся и помолимся. Наш Небесный Отец, склоняемся перед Тобою в этот день воскресный, час вечерний. Благодарим Тебя за эту привилегию быть и называться Твоими детьми. Благодарим Тебя за то, что мы можем быть в Доме Твоем. Благодарим Тебя за то, что мы можем иметь это общение. Общение с Тобою и общение друг с другом. Благодарим Тебя за Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Благодарим за голгофские мучения, за страдания, за то, что Он выкупил нас и сделал нас детьми Своими, за то, что мы имеем спасение, оправдание, усыновление. И мы благодарим Тебя. Господи, сегодня в этом служении мы хотим воспеть Тебе, хотим прославить Тебя, Бога нашего. Ты достоин хвалы, Ты достоин поклонения. И мы просим Твоего благословения. Благослови брата, который будет говорить Слово Твое. Помоги, чтобы это Слово касалось сердца нашего, и чтобы это Слово могло упасть на добрую почву и могло принести плод в жизни нашей, чтобы мы еще более следовали за Тобою, любили Тебя и угождали Тебе в жизни нашей. Благослови хор, благослови всякое участие, чтобы через стихотворение, через пение мы также могли Тебя прославить. Господь, мы просим Тебя о тех, кто находится в трудных обстоятельствах, тех, кто находится в болезнях, в переживаниях. Посети, Господь, таковых. Мы также просим Тебя за наших братьев и сестер по всему лицу земли, там, где переживания особенные, там, где гонения, кто находится в особенных притеснениях. Будь, Господи, близко с ними и помоги, чтобы мы сегодня вечером могли прославить Тебя, Бога нашего. Прибудь с нами, а мы Тебя за все сердечно благодарим, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Мы будем петь общим пением. Брат, напомни мне опять, и во время общего пения, пожалуйста, детки, пройдите в вашу воскресную школу, в ваши классы.
Братья и сестры, сколько раз мы в наших молитвах, обращаясь к Господу, говорили: «Господь, храни меня, сохрани меня, оберегай меня». Я думаю, мы много раз говорим об этом, когда мы молимся, и это правильно. Сейчас мы споем общим пением, но в этом пении есть такие слова: «С книгой святой в руках, словом Твоим в устах». Господь помогает, Господь оберегает, но очень важно, чтобы мы понимали, насколько важно иметь Слово Божье, насколько важно вникать в это Слово, насколько важно, чтобы действительно это Слово было в наших устах. И Господь благословит нас. Давайте мы встанем, споем общим пением. «Бог мой, храни меня».
Мир вам, братья и сестры! Господь подарил еще одну возможность быть в Доме Божьем. Кто-то второй раз, кто-то третий раз, может, кто-то первый раз сегодня в Доме Божьем. Это прекрасно, когда мы хотим быть в Доме Божьем. Когда мы слушаем вот пение молодых наших братьев, сестер, для меня лично хочется поблагодарить и сказать братьям, регентам, чтобы Господь их обильно в этом благословил. Вы знаете, иметь подростков в доме, каждый из нас знает, что такое иметь подростков. Когда два подростка, когда три подростка в доме, все это напряжение. Но когда вот они имеют вот целый хор подростков, я думаю, братья и сестры, когда мы будем молиться, давайте мы поблагодарим Бога за наших братьев, которых занимаются с ними, и сестры, и попросим Божьего благословения, чтобы Бог их обильно благословил. Вы обещаете, что будете молиться, братья и сестры? Помолитесь, друзья, да благословит Господь вас, друзья все, харисты, вы радуете наши сердца, братья и сестры, да благословит вас Господь. Братья и сестры, у нас сегодня еще одна тема будет. Мы уже проходили несколько тем, я потом их напомню нам, мы все их вспомним. Я верю, что мы сегодня имеем Библию и Евангелие наши с собой. Я хочу попросить, чтобы мы все открыли их и вместе могли прочитать. Я прочитаю все 10 стишков, и потом мы обратимся ко второму стишку. Послание Галатам, 6 глава. Я прочитаю весь контекст, и потом мы обратимся ко второму стишку. Открываем Галатам, 6 глава. «Братья, если упадет человек, какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Вот такой стих, вот такие стихи перед нами, послание Галатам. Но мы обратим внимание на второй стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Братья и сестры, мы уже слышали несколько проповедей, и загальное как бы название этих тем – это библейское отношение друг к другу. Мне нравится это вот такое как бы тема, да, или главная вот эта мысль – библейские отношения друг к другу. Сегодня мы видим отношения в этом мире между нациями, между народами. Сегодня мы видим разные отношения в семьях, между родителями, детьми. Сегодня мы видим, как происходит ненависть, убийство, жестокость проявляется. Войны, которые происходят. Сегодня наша страна переживает. Два братних народа, они воюют, друзья. Враг преуспевает, он вот сеет вот эту злобу. И мы видим, что мира нет в этом мире. Войны, убийства, зло. Но сегодня мы пришли в Дом Божий поразмышлять над темой, над библейскими отношениями друг к другу. Бог создал церковь свою на земле. И Слово Божие призывает, что и Христос призывает нас, чтобы мы, как дети Божьи, были светом в этом мире.
Церковь Божья – это город, который стоит на вершине горы и светит. То есть это образец, это стандарты, которые Бог хочет, чтобы в Его церкви они были. Вот эти библейские взаимоотношения. Друзья, а что за это за отношения такие? Вот книга, Библия, Священное Писание. Вот здесь, в Слове Божьем, мы находим вот эти отношения, которые они должны быть между нами, между братьями и сестрами. Я бы хотел напомнить вот эти темы, сказать некоторые свидетельства свое. Мы проходили в прошлое воскресенье, у нас была тема «Принимайте друг друга, как и Христос принял вас, славу Христа». Друзья, это Слово Божье нас призывает. Это Слово обращено к каждому из нас сегодня, что мы, как Церковь Божья, должны что делать? Принимать друг друга. У меня следующий вопрос, братья и сестры. А вот у нас в церкви спасения, исполняется вот это слово? Мы принимаем друг друга, как и Христос принял на славу свою? Друзья, да. Так и аминь. У нас здесь в церкви более 7 национальностей есть, разных. И сегодня церковь спасения, я хочу сказать, она как этот город на вершине горы стоит, и она светит. Сегодня мы можем по-украински молиться. Сегодня мы можем петь по-украински. Сегодня братья грузины, они могут по-грузински молиться. Братья и сестры молдаване. И никто им не запрещает это делать. Мы с радостью слушаем это пение. Друзья, и это правильное взаимоотношение. И оно такое должно быть. Мы должны принимать друг друга. В Церкви Божьей исчезает всякая национальность, мы говорим так. В Церкви Божьей нет уже национальности, я бы хотел сказать. В Церкви Божьей есть библейские отношения, есть правильные отношения, есть те отношения, которые Господь требует от нас, чтобы они должны быть. К сожалению, бывает и не так. Бывает, когда тебе говорят, а в тебе что, нема украинской Библии? И такое бывает, братья и сестры. А вы что, не имеете так или так? И сегодня, к сожалению, мы переживаем эти разные отношения. Но сегодня мы, братья и сестры, мы приходим в Дом Божий, чтобы здесь учиться, чтобы давать место Духу Святому, чтобы мы, как дети Божьи, как христиане, могли иметь эти отношения, правильные отношения, библейские отношения друг к другу. И мы принимаем. Нас приняли сюда. Мы украинцы. И нас принимают. И мы благодарим Бога, что мы с вами, братья и сестры. Я верю, что сегодня могли бы многие засвидетельствовать. И благодарить, что мы сегодня вместе можем быть. Что мы вместе можем молиться. И мы вместе идем туда, в небеса. Одна из тем была Галатам 5:26. «Не раздражайте друг друга». 1 Коринфянам 12:25. «Заботьтесь друг о друге». Это была тема. И мы все с вами слышали эту тему. Друзья, следующий вопрос, практический вопрос. В церкви спасения заботиться друг о друге. К вам проявляли заботу здесь? Вы находитесь, может, год, может, пять, может, 30 лет уже будет скоро юбилей у нас. Вы ощущали, что к вам проявляет вот эту заботу, что о вас заботится? Друзья, я хочу сказать свидетельство. Когда в нашей жизни было переживание, и моя жена была после операции, к нам проявили особую заботу. К нам братья и сестры Церкви Спасения, они регулярно привозили нам пищу. Они заботились, они молились за нас. Братья и сестры, мы заботимся друг о друга,
друг о друге. Мы хотим, чтобы эти взаимоотношения еще лучше вставали, чтобы люди, которые, смотря на нас, они хотели быть здесь членами церкви, чтобы и к ним мы могли проявлять эту заботу. Практически каждую среду у нас проходят молитвы за семьи, за деток. Друзья, это что? Это забота друг о друге. И это правильно, это библейское отношение. Ефесянам 4:32, одна из тем была, это прощайте друг друга. И следующая тема, которая была, это увещевайте друг друга. Друзья, когда я рассуждал над этими всеми темами, когда я слушал, вы знаете, я благодарил Господа за церковь нашу, церковь спасения, что церковь спасения, она во Христе, она подражает Христу, что здесь заботятся, что здесь любят друг друга, что здесь принимают друг друга. Братья и сестры, мы дети Божьи, и мы идем в этот небесный Ханаан. И по дороге в этот небесный Ханаан мы должны проявлять вот эти библейские отношения друг к другу. Апостол Иаков в послании Иакова, в 1 глава, 22 стих говорит, «Будьте же исполнители слова». Я хочу прочитать это слово, это Иакова 1. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя, ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел в себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Друзья, Слово Божье нас призывает, чтобы мы имели вот эти хорошие, добрые взаимоотношения, чтобы мы подражали нашему Господу. Чтобы мы не только пришли на собрание в воскресное или в среду, послушали Слово Божье и забыли. Друзья, Господь сегодня нас, каждого из нас призывает. Все то, что мы слышим, какие взаимоотношения должны быть. Друзья, брат и сестра, мы должны эти взаимоотношения проявлять на практике в жизни. Если мне здесь хорошо, я должен проявлять вот эти отношения к моему ближнему, чтобы ему было хорошо, друзья. Наша тема – это Галатам 6 глава, 2 стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Носите бремена друг друга. Друзья, это наше призвание. Это призвание наше, как церковь, нести бремена друг друга. Я бы сегодня хотел задать вопрос вот молодым людям. Кто из вас был на хайке хоть раз? Много ходили. Что вы с собой брали вот на плечи свои? Вот такой большой рюкзак свой, да? И что вы туда нагрузили всего в него? Очень много мы туда грузим, правда? Но часто мы забываем, что перед нами очень далекая дорога, 12 или 15 миль. И мы думаем, да что нам легко. И мы берем его сюда, грузим и идем. Вы знаете, это как бремя, мы берем себе. Иногда мы грузим туда, что и не надо, лишнее. Я помню, мы как-то пошли на один хайк с молодежью, и мой сын Джонатан говорит, папа, я тоже с тобой пойду. Конечно, сынок, я с радостью, мой старший сын и группа нашей молодежи, мы пошли туда. На первой миле я понял, что я очень большую ошибку сделал, что я вообще туда пошел. Потому что первая миля, это было уже, я думал, хорошо, чтобы кто-то остался, я его куда-то, это бремя себя, этот рюкзак, этот большой бэкпэк свой, я куда-то сбросил, чтобы его вообще на моих плечах не было. Но я больше переживал за моего сына, думаю, ну хорошо, я уже свой понесу. Ну а что с этим надо будет делать? Я понимал, что его надо будет брать сюда наперед, и с ним надо будет идти. Друзья, Писание призывает нас, чтобы мы, как дети Божьи, как Церковь Иисуса Христа,
Господь сегодня обращается к каждому из нас и говорит: носите бремена друг друга. Мы поем один прекрасный христианский гимн: мы все стремимся в край родной. Друзья, мы идем в этот край родной, в небесный Ханаан, и по дороге в этот небесный край некоторые братья и сестры отстают. Кто-то падает, кому-то тяжело нести бремя, у кого-то враг обольстил, кто-то впал в какую-то зависимость, и он отстает. Мы, может, его уже не видим. И Писание призывает, чтобы мы, как духовные братья и сестры, чтобы мы могли поддерживать тех братьев и сестер, чтобы мы могли нести вот это бремя, вот эту тяжесть, помогать им нести, чтобы они могли дойти туда. Я хочу рассказать пример за нашего брата Иосифа. Не так давно он был у меня дома. Когда я готовился, я вспомнил за наш реабилитационный центр, который у нас есть. Это особое служение, братья и сестры. И мы молимся, мы согласились с церковью, с братьями, что мы будем молиться за это хорошее дело. Потому что в этом реабилитационном центре многие братья, молодые, Церковь Спасения, она решила поставить плечо. Некоторые братья, которые посвятили себя туда, которые приходили, которые молились, которые служили, которые брали вот это бремя этих молодых людей. Вы знаете, они брали часть вот этого бремя на себя, и они несли на себе. И это наше призвание, чтобы нести бремя. И сегодня много кто вышли из этого реабилитационного центра, они нашли друзья, они нашли Господа. У них есть семьи, у них есть детки. И сегодня Слово Божие обращается к нам, чтобы мы продолжали нести бремя друг друга, тяжесть. Нести то бремя, которое брат или сестра уже не могут ни в силах нести. Может, это сестра наша, которая молится, мать с отцом, за сына своего, которая уже бремя вот это так тяготит, и нету силы уже. И они нуждаются в наших молитвах, чтобы мы, как сильные, могли взять вот это бремя, поддержать брата или сестру, помолиться, прийти, попоститься за них. Друзья, это Слово Божие нас призывает, что мы должны это делать в жизни нашей. Потому что по дороге туда, в небесный вот этот Ханаан, мы должны помогать друг другу, друзья. Помогать, как мы идем куда-то на хайк, мы помогаем нашим молодым. Мы их не отталкиваем, мы не говорим: пошел назад, ты здесь не нужен. Нет, мы берем вот эти их бэкпэки и мы несем туда. Я помню, когда мы пришли на это место, я так благодарил Бога, что я дошел туда. Это прекрасное место, куда мы пришли, это озеро, вот эта вся красота. И мы все туда могли дойти. Мы помогали друг другу. Мы брали бэкпеки, и мы несли туда. И мы пришли туда, в эту нашу цель. Друзья, перед нами цель, братья и сестры. Мы все стремимся в край родной туда, к Господу, где Он нас ждет. И Писание призывает нас, чтобы мы помогали нести бремя друг друга. Я хочу, чтобы братья включили вот эту фотографию. Я не знаю, я думаю, что многие из вас уже видели эту фотографию. Мне где-то разные 5 людей прислали эту фотографию. Я его хотел, чтобы сегодня вы увидели. Может, кто-то не видел его. Это маленький, это японский мальчик. Это во время войны, когда была. Вот этот маленький мальчик, он умер у него. И он взял его на плечи, чтобы отнести его, чтобы похоронить. И когда он встретил солдата военного, он говорит: скинь его, сбрось его, чтобы тебе легче было идти. И послушайте, что этот мальчик ответил: он не тяжелый. Это мой брат.
он не тяжелый, это мой брат. Когда он услышал эти слова этого мальчика, он начал рыдать. Вы знаете, я бы хотел, братья и сестры, сегодня каждого из нас призвать, кто нас слышит, может, нашу трансляцию. Если вы знаете семьи, может, ваши родные, близкие, может, ваши друзья, которые попали в разные зависимости. Я хочу, чтобы мы сегодня могли взять бремя кого-то, брата и сестры, поддержать в молитве, понести, когда мой брат или сестра упали, чтобы мы могли как сильные подойти, поговорить, поднять его, ободрить его, сказать: брат и сестра, я хочу взять твое бремя, я хочу понести, я хочу, чтобы ты дошел до этого небесного Ханана, чтобы мы вместе там были. Не отставай, вставай. Мы хотим, чтобы наш дом надежды, реабилитационный центр, мы хотим, чтобы его восстановить. Потому что мы понимаем, каждый раз, когда я вижу, когда матеря плачут над умершими сыновьями, которые ушли с этой жизни. Я как-то Сергею Петровичу задал вопрос. Я говорю: Сергей Петрович, а Господь будет с нас спрашивать за это, что эти молодые ребята уходят с жизни без Христа? Есть ли в нас эта вина? Этот муж Божий сказал мне: две шкуры с нас Господь будет снимать. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы подошли серьезно сегодня к этому стиху, который Господь сегодня к каждому из нас обращается. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Это наше призвание. Это то, что призывает нас сегодня Слово Божие, чтобы нести вот эти тягости друг друга, и таким образом исполните закон Христов. В одной церкви был уже пожилой брат, он не мог ходить, у него уже не было сил, чтобы на ноги вставать, ноги у него слабые. И когда братья приходили с вечери к нему, у него была одна просьба всегда. Он говорит: братья, можете 5-10 долларов пожертвовать? И они всегда, когда приходили, жертвовали. Кто-то из братьев уже насмехался, говорит: ну ты приготовь 10 долларов, он будет 10 долларов опять просить. И так это продолжалось некоторое время. Потом этот брат ушел в вечность. И когда он сам жил, один только был. И когда братья пришли к нему, и они, там было очень много разных писем, и когда они начали открывать эти письма, им стыдно стало. Они читают, вдова пишет: я так благодарна тебе, брат, что ты заботишься обо мне. Мне так трудно было. У меня не было уже денег, чтобы купить себе кусочек хлеба. Но ты нес это бремя, ты помогал мне. Вторая сестра. И там много, это стопок писем было. И мне благодарили Бога, что есть такой брат, который заботится за них, молится и финансово их поддерживает. Вот этот брат, который кажется немощный, уже старенький, но он брал и нес это бремя братьев и сестер. Он знал нуждающихся. Он знал, кому надо было эта помощь, эти деньги небольшие. Кто-то, может, насмехался с него, а он делал дело Божье. Братья и сестры, Писание нас призывает: носите бремена друг друга. Сегодня у нас есть много возможностей поддерживать братьев и сестер, которые в нужде. Может, ты финансово не можешь поддержать, но ты можешь встать на колени. Ты можешь взять телефон в руки, набрать брата или сестру и сказать: брат, сестра, я знаю, что ты несешь тяжелое бремя. Я хочу понести вместе с тобой. Я хочу поддержать тебя, чтобы тебе было легче нести это тяжелое твое бремя, которое есть у тебя. В прошлом году Господь обильно как-то посещал нашу церковь, и было много переживаний.
было много горя в семьях, и оно затронуло и нас. И вы знаете, когда мы сейчас посещаем уже наших братьев, семьи, в которых были утраты, они говорят, когда братья и сестры приходили к нам, мы чувствовали, как Господь, они часть вот эту тяжесть, они забирали, и нам легко становилось. Когда вы приходили, пели, когда вы ободряли, когда вы читали Слово Божье нас, нам легко становилось. И нам так легко и приятно становилось на нашем сердце. Друзья, Писание призывает нас: носите бремена друг друга. Сегодня утром мы, кто был в Доме Божьем, мы вспоминали страдания Господа нашего Иисуса Христа. Эти видимые знаки были перед нами. Этот подвиг любви, который Господь совершил нас. Я не могу сегодня закончить свою проповедь, не обратить внимания на нашего Господа. Это самый лучший пример. Пример подражания для каждого из нас. Чтобы мы сегодня могли посмотреть на нашего Господа Иисуса Христа. Он оставил славу, небо, всю эту красоту, хоры ангелов. И Он пришел в этот мир. И пророк Исаия в 53 главе 4 стих говорит: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем и уничижен, и наказуем и уничижен Богом, но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами мы Его исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. И хочется сказать слава нашему Господу, что этот добрый и любящий пастырь, он показал вот этот самый лучший пример для каждого из нас. Пророк Исаия говорит: «Он взял на Себя наши немощи, наши грехи, и Он взял, и Он понес их». Куда? Понес на Голгофский крест, что там быть распятым на Голгофском кресте за меня и за тебя, дорогой брат и сестра. И Слово Божие сегодня нас призывает и обращается к каждому из нас. Носите бремена друг друга. Поддерживайте братьев и сестер, помогайте им, облегчите их бремя. Я вам показал пример. Я страдал и это делал добровольно, чтобы вы имели вот эту участь там, в небесном Ханаане, со мной. Братья и сестры, пусть нас Господь обильно да благословит нас, чтобы мы помнили вот это слово. Выйдя с дома молитвы, чтобы в памяти нашей осталось, что мы должны нести бремена друг друга. Вспомните о близких, о родных. Наберите, придете домой, наберите их. Позвоните им, поддержите их. И таким образом исполните закон. Христов это пишет. Какой закон? Это Евангелие Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил так, возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга, потому узнает, что все, что вы мои ученики, если будете любить, будете иметь любовь между собою». Друзья, сегодня мы видели в этих видимых знаках доказательство любви Господа нашего Иисуса Христа. Он на деле доказал. Он взял это бремя наше, и Он понес на Голгофский крест. И Слово Божие нас призывает, чтобы мы что? Мы шли по следам нашего Господа. Христос говорит: «Я дал вам пример. Идите по следах моих». Поддерживайте своих близких, родных, братьев и сестер. Помогайте им, несите бремена друг друга. Да благословит нас Господь в этом, братья и сестры. Я хочу, чтобы мы преклонили колени, и чтобы мы воздали славу нашему Господу, прославили Его за то, что Он взял на Себя и понес наши болезни, взял на Себя наши грехи. Будем благодарить Господа за хор и за наших братьев и сестер, кто трудится и занимается с ними. Аминь. Помолимся. И это очень важное слово для каждого из нас. Но если в нашем собрании есть те, у которых на душе
тяжело, у которых есть это бремя. Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Если вы хотите получить облегчение, если вы хотите склониться и помолиться, и обратиться к Господу, есть время, выходите, и небо будет радоваться. А сейчас мы выслушаем пение хора. Художнику дали задание нарисовать две картины, и на одной должна быть изображена плохая церковь, а на другой хорошая церковь. И вот он нарисовал эти две картины, и на там, где плохая, изображена повозка, и в повозке сидит вся церковь, а пастор эту повозку тянет. И он подписал: плохая церковь. А на второй картине он изобразил, что вся церковь тянет повозку, а в повозке сидит один человек. Вы думаете, кто этот человек? Если бы пастор. А в повозке сидит больной член церкви. И это хорошая церковь. И вот мы сегодня слышали эту тему: носите бремена друг друга. И брат, сестра, мой вопрос: ты тянешь эту повозку? Ты несешь эти бремена друг друга? Божье слово нас учит, это библейские взаимоотношения. Для этого церковь Господь создал. Есть обремененные, есть больные, и церковь призвана тянуть эту повозку и помогать, и тем, кто под этим бременем, облегчать и давать силу, чтобы помоги нам, Господь, не забыть это слово не только сегодня, на неделе, и дай, Господь, чтобы церковь спасения была такой церковью, которая тянет и помогает тем, кто находится под бременем. Давайте мы встанем, совершим молитву в заключение этого собрания. Господь, мы благодарим Тебя за это вечернее общение. Благодарим Тебя за подростков, которые воспевают Тебе. Благослови, Господи, их, чтобы они
могли укрепляться в вере, чтобы они еще дальше и больше служили Тебе. Благослови всех тех, кто занимается с ними, дай им терпения, мудрости, дай, Господь, способности. Мы радуемся, когда мы слышим это пение, и верим, что и дальше это благословение будет пребывать здесь, в поместной церкви. Сегодня Ты говорил к сердцам нашим, чтобы мы носили бремена друг друга. В этом Твой закон. И Ты, Господь, заповедуешь нам, чтобы мы могли исполнить этот закон. Благослови, Господи, нас не забыть это. Мы молимся Тебе за всех тех, кто находится под особым бременем. Господи, Ты видишь тяжесть, которая давит на плечи. Побуди, Господи, каждого из нас видеть эту тяжесть и подставить свои плечи тем, кому тяжело, тем, кто обременен, тем, кто находится в особых обстоятельствах. Ты, Господь, создал церковь, чтобы мы были в этой церкви членами этой церкви, и тем, кто особо тяжело, чтобы было легче, когда мы помогаем. Поэтому, Господи, напомни нам это слово на протяжении всего этого времени, и дай, Господи, нам быть вот в этом активными. Не дай, Господи, чтобы сердце наше повернулось к осуждению, чтобы мы показывали друг на друга, но чтобы мы желали помочь тем, кому тяжело. Мы верим, Господь, что Ты благословишь, и мы действительно будем таковыми. Храни нас вот на этой предстоящей неделе, где бы мы ни находились. Оберегай, защищай, помогай на дорогах, от бедствий всяких охраняй, от аварий, от болезни. И да будет милость и благодать над всеми нами. Благодарим Тебе еще раз за все Твои милости. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудут со всеми нами. Аминь.